если ваша жизнь вдруг стала унылая и неинтересная, и из-за этого на вас напала тоска, грусть или печаль, или вам просто нечем заняться, и вы впустую тратите свое драгоценное время, а может быть, вы даже где-то подцепили депресняк, и вам хочется срочно с кем-нибудь поговорить об этом, то к вашим услугам всегда есть собеседник на час. Позвоните ему, и ваша жизнь непременно наполнится позитивом.